Ты серьезно? Может, мы потом когда-нибудь получим какую-то маску, которая позволит избавляться от охранников. Хотя чему я удивляюсь? С другой стороны. По-моему, все это очевидно было. Так, а я могу здесь как-то не упасть к ним вниз? Услышите скрип? Это не я, это крыса. Вообще даже не знаю, что мы именно можем сделать здесь. Со всем этим местным правлением. Нужно поспешить, пока я не потеряла след Верховной Матери. Ой, а это не случайно. Подожди. Это очень похоже на момент из демки, да, это он. Это последнее, что было. As you know, the plague is upon our city. Those who know me know of the sacrifices I made for the people. And just as my son, the prophet, we must obey our teachings and renounce that which holds us back. Let our pain be our immolation. Let fire be where we find solace. Let the cleansing begin. Mother Superior, the sacred sadist. Стопроцентово Габриэль это какой-то вот как раз пророк. 100% это он. Вот, я не знаю, это мать, она либо выдает его за своего сына, либо что-то подобное. Ко мне сразу придут, да, меня убивать? Ну, что ж я могу сказать? Увы. Привет. Блин, я не могу просто с местного этого стелса, это просто какой-то ужас. И это мне реально, это мне придется терпеть. В большом объеме. Какой ужас. Так, на самом деле у нас имеются вот эти вот камни, да? Это можно выключить. Сюда можно попробовать пробежать. Но здесь есть уроды. Не могу понять, умеют они слышать или нет. Учитывая, как странно они видят. Плоская фляжка. Я помню эту вещь с детства. Поначалу отец пытался скрывать от нас, что пьет. Он брал фляжку, запираясь в рабочем кабинете, где рисовал очередную богохульную картину. А тогда он еще был веселым, не сломленным, не озлобленным, не грустным. Даже если бы он был пьян, я все хихикала, когда он гонялся за мной и мамой, чтобы защекотать нас до смерти. А вот маме было не до смеха. И лишь гораздо позже я поняла, почему. Так, это выключает свет, закрывает дверь. О, открывает вентиляцию, это хорошо. Но стекло привлекает стражей, да, есть такое здесь. Наверное, они умеют слышать, только если я именно взаимодействую как-то с окружением по-шумному. Электрик ничего не дает. Это печально. Надо просто за ними следить, смотреть, как они ходят. Вот как он меня заметил? Он меня заметил? Короче, как будто бы, да, я... Это, открой, открой, открой! Оно не открывается. Возвращайся на свой пост. Видимо, это не он сказал. Ну не иди сюда. Ну нет, ну ты вообще не мог меня видеть. Куе, зачем сделано в этой игре? Да я даже не убегу. Инди-разработчики. Остановитесь.
Ну сделали вы всратый геймплей, ну не добавляйте вы его в игру-то в итоге, ну что это, господи. Как я это проходил, я не помню. И как-то полз. Я таким проходил, относительным спидраном. А, ну еще этот чел, да, по-другому спавнится. Видишь, он как-то через задницу меня заметил. Пойдет сейчас искать, не найдет. Попробую пройти у него за спиной. Как бы пытаться как-то здесь стратегически от них прятаться, это абсолютно бесполезная процедура. Ну вот этот меня решил приметить. Они типа долго замечают. То есть им надо на меня прям долго посмотреть, чтобы понять, что вот я здесь. Но с какой, мать его, дистанции они это делают, это просто ужас. Лови, дружище. Хорошо. Но в чем действительно плюс? Их можно взрывать. Поэтому, наверное, как раз-таки я буду такое... Стелс-агрессия у меня. Окей, здесь они меня не достанут. Это плюс. Где-то здесь, кстати, по-моему, был еще один предмет. Я не очень понимал, что это за предмет, а теперь... Теперь я знаю, что это прокачка местная. Внимание, давление всех трех клапанов не должно выходить за разрешенные пределы. При эксплуатации необходимо следить за показаниями приборов, иначе печь загорится и взорвется. Это мы и сделаем. Ха-ха. Так, это можно как-то открыть, да? Это через работает... штуку. Опа. Вот здесь предмет как раз лежит. Обручальное кольцо. Обручальное кольцо моей матери. Ничего особенного. Тонкое дешевое серебро, но она оценила его даже после того, как впервые поссорилась с отцом, когда мне было 7 лет. Впрочем, ее нельзя было назвать невзыскательной. Она любила жизнь, она хотела жить здесь и сейчас, а не ждать обещаний вечной жизни. Наверное, и этим тоже она выводила отца из себя. Единственное, ничего не могу понять, отец жив, кстати, или нет. Ну, типа, наверное, да, но просто она про это не говорила. Ключ, клапан. Клапан нужен, чтобы все взорвать, ключ нужен, чтобы выйти отсюда. Так, по-моему, здесь нет, есть. Дым печали спрячет вас от врагов. Ну да, только она достает его... 3 года. И он меня здесь не увидел сейчас. Хотя я, по-моему, вообще у него на пути стоял. Так что про это я говорю в динамике. А здесь будет же такое наверняка, что... Возможно, так даже лучше. Иди-ка, да-да-да, давай. Будет наверняка такое, что придется что-то очень быстро делать. Какой-нибудь еще кристалл добавят. Мощный, так сказать. Агрессивный. Из него что-то выросло? Красные кристаллы? Подожди, это те самые? Гнев. А вот и они. Разрушительная сила. По врагам тоже? Там что-то было написано. Этот красный кристалл похож на остальные, но обладает большой разрушительной силой. Он поможет разобраться с воротами. А с врагами? Не работает почему-то. Я думаю, такие бабахи-то должны, да? По охранникам хорошо бить. А они придумают каких-нибудь, которые защищены от этого дерьма наверняка. 100%.
Так и будет. Ну, как минимум, с чумными, наверное, поможет это разобраться. Так, что я сделал в итоге? Это активировало... генератор этот? А, вагонетка едет. Что, она пробьет ворота собой? Как? Оно понимает... Ладно. Хорошо. My child, do not fear. I will guide you. Follow my voice. Calm your emotion. Они сжигают всех, есть ли надежда для моего мальчика? Так он как раз таки особенный. Его они не трогают. Отец, в это просто не верится, во что я вляпалась. Здесь снова в квартире, только она максимально пустая. Так, я все двери попробовал, да? Это похоже на место, где я получила маску, но... Как это поможет мне найти Габриэль? Это другая квартира. А... Хорошо. У меня здесь ничего нет. Но это... По идее, не происходит. Понял. И до сих пор больно от этих слов. Лучше избегать их во что бы то ни стало. You were supposed to be obedient, dear father. Dear faith, mindful to the teachings. Her death, it's your fault. Your lack of faith and humility took away her will to live. Wanted dead or alive. Это про меня? And so she was gone, like everyone else. Вечная жизнь. She ran away so many times. Верьте мне. Верьте в священный огонь. Раскройте глаза. И по кругу. Так, снова странный сундук, но мы вроде поняли, как его открывать, да? Ну, более-менее. Принцип, кстати, такой же, только в другую сторону. Ну, смотри, какой символ у нас есть? Центральный есть, центрального нет. Есть первый, по-моему, вот этот. Значит, здесь мы ставим вот... Подожди. Это крутит все три. Это крутит этот. Правда, символы одинаковые получаются, но ну и ладно. Я не понимаю, как это работает. Ну, видимо, реально надо просто выбрать из символов, которые доступны. Именем пророка обладатель всего документа наделяется званием официального художника святого источника, ибо вдохновением для его работ служит сам вечный город. Отец был вне себя от радости, когда наконец-то получил это, а потом он стал совершенно невыносимым. А почему она говорит, что он рисовал богохульные картины, при этом ему дали какую-то грамоту? Или он потом это начал делать?
Как будто нет, не должна открыться вентиляция. Естественно, чья же еще. Так, этот тут все еще летает немного в тильте. Наверх нельзя. Сюда бесполезно. А что я еще не сделал? Все двери открыть надо. Пошел ты в задницу. Отцовская палитра, краски и кисти. Мне никогда не нравились его работы, но должна признать, они искусно написаны. Жаль, что ему пришлось отдать их все церкви. Может, у нас было бы больше денег, если бы он мог их продать. Ох, его не волновали деньги, только престиж, только гордость. Ритуал. Типа три элемента воспоминаний она будет сжигать, связанных с отцом, просто чтобы здесь не находиться. Как я сюда попал? Почему я сюда попал? Что? Подожди. Я где? Тут два одинаковых коридора. Сюда выйти нельзя. Вот здесь, по идее, длинный. Так, а где мы проводим ритуал? Это хороший вопрос. Warehouse. Это здесь было? Это здесь было. Здесь я почему-то задыхаюсь. Это странно. Что? Лифт открылся. Ой. Not him. It's no mystery why the boy had constant nightmares with a mother like that. Заткнись. What is my father doing here? I thought all of this was behind me. Evidently, you cannot forgive yourself for what happened. Forgiveness? You really want to talk about it now? Yes, we shall speak of it. Memories of your father are holding you back from what is important, from your son. Show mercy to your father and leave. But even these items, they remind me of him. So use them to your advantage. Return to the city where you are needed. Но в чем? Так, это то же самое сообщение. Почему это я? Это его комната так выглядела раньше, до того, как, я не знаю, он рисовать начал, видимо. Ага. Это мы уже слышали. I accept the eternal city and its throne. With this, I sacrifice who I am and what I own. I submit my past and those who define me to experience the life eternal, untimely. Почему меня выкинуло-то из города? Что-то за дисконнект произошел. Если я не отпущу эмоции, они меня поглотят. Типа она просто меня куда-то... Площадь священника, нужен найти монастырь, и она сказала, что его держит там. Вернулась, но не узнаю этого места. Подожди, так это... То же самое место, где я был только что, только в вечном городе. Получается. Вот эти странные коридоры. Но они чуть менее запутаны, получается.
все еще есть рогатка. Наверное, рогатка разносит только красные стены всякие. И ни одна дверь не открывается, прикинь. А это что? А это вот эта комната. Что? Ни черта не понимаю. Идентификатор новорожденного. Мужчина — это идентификационная лента, которую Габриэлю выдали при рождении. Сохранил ее на память, так и думал, что найду ее здесь рано или поздно. А здесь это что? Это что за место? Почему здесь эта бабка? Да уж, он неплохо изучил вопрос, но как он выбрался из квартиры? Кто отец? Этот пророк, должно быть, принимает нас всех за дураков, раз считает, что никто не пойдет против его абсурдных решений. Сначала он пытался нас убедить, что чуму принесла его предшественница, что всему виной ее возраст и старческое слабоумие, что чума захватывает город, что и дома, и жители хрупки, как ее старые кости. Отчаявшимися людьми гораздо проще управлять и манипулировать. Он сказал, что мальчик, которого он привел, способен вылечить всех зараженных. Не успел никто оглянуться, как большинство горожан сплотились вокруг него в страхе. Теперь он убил самые пострадавшие районы зонами без чумы. Лжец. И теперь этих наивных глупцов сжигают заживо. Все, что они знают, все, что у них есть, все, во что они верили, полыхает. Это зараженные. А это какие-то, видимо, более крутые стражники, да? Но это реально получается какая-то вот квартира отца, только в вечном городе. Это безумие, как найти Габриэля в таком хаосе. Хороший вопрос. Но он где-то у этой матери стопроцентово! Они просто, скорее всего, этим и занимались вот в самом начале, когда пытались забрать его. Вот, эти стражи, да, следуют за Верховной Матерью, они приведут меня к ней. Все правильно. Все так и есть. Надо только воспоминания еще периодически искать, хотя я не видел все еще нигде, где подношение можно делать. Возможно, здесь. Но это маски. Может, это новая маска? Здесь просто много масок. Сегодня мы получили доставку со складов в районах, закрытых на карантин. Бывшие владельцы либо сожжены в наших камерах, либо погибли от чумы, так что, видимо, мы разделим ценные вещи и отдадим остальное тем, кто нуждается в особых подарках от самого пророка. Кристаллы уже отправлены в собор, но слуги продолжают докладывать о том, что в городе вырастают новые. И они пытаются... Они пытаются бороться с этими кристаллами, но эти кристаллы — это типа проявление эмоций, видимо. Да, то есть шок, печаль, гнев. У них просто эффекты разные. Минное поле — это шутка такая. Мне нужно пройти через минное поле. Так у меня есть маска, которая мне все показывает вообще. Ну, наверное, она показывает мины в том числе. Ну да. А если кто-то пытается ко мне подойти? Shit, I need to watch out for those mines, so I don't end up as this poor man here. На них просто надо не наступать, правильно? Я остановил ритуал, вопросы. Красный кристалл — это хорошо. Пусть их всегда у меня будет много.
Типа, причем, видишь, плюс, если... Да, возьми... А, не могу. Можно проверить, кстати, кристальчик красный. Типа, если мне нужно использовать по головоломке где-то предмет, то мне дадут этот кристалл в этом же месте. Это не работает! Че, даже три штуки? Это какой-то мем. Это просто какой-то мем. Просто насрать на все, понимаешь? Ой. Я хотел, чтобы не было этих экшн-сцен просто в этой игре. Как же плохо они реализованы. Так, а все, тут красных у меня уже нет. Никакого облегчения жизни. Можно сделать более простым. Так, эти, наверное, можно разбивать тоже красными кристаллами, но у них нет. Я думал, что это красный кристалл, который я могу взять. Иди отсюда. Проверка на тупость. Он реально ничего не может сделать, если я в шкаф залезу. Он просто стоит, смотрит, он сейчас передумает и уйдет, смотри. Мне бы хотелось хвалить эту игру, но вот это полный пи***ц просто. Это не нужно было в игру добавлять, ни в каком виде вообще. Куда он ушел? Они не смогли сделать искусственный интеллект так, чтобы он работал вообще. По большему счету, вообще. Тут какой-то код нужен, а я его не знаю. И тут ходит один говноед. Возможно... А, хитбокс у него такой, да? Угу. Не знаю, что это дало. Да, ему реально похер. Ну, ща. Это займет время. Причем я теперь более-менее понимаю, как мне даже не умирать в таких узких коридорах. Они медленные, они меня догнать не могут. Но я не могу ничего им сделать. Если какие-то особые комнаты не будут для этого предназначены, то все. Типа они сделали, получается, кристалл, который позволяет, вот, например, ломать вещи. Но мне это не поможет. Что это? Что вот это такое? Я не знаю, что это, я не могу это взять.
А, да. Окей. Нет, он не может мне ничего здесь сделать. Нет. Нет, выпусти меня, кусок говна, отдай. Я спрячусь. Меня здесь нет. Прикинь, я в стелсике. Ну вы что, угораете что ли? Ну как так-то? Вот зачем? Вот зачем это нужно было? Ну зачем? О, он ушел. Подожди. Он реально просто ушел. Я не понимаю некоторых инди-разработчиков. Серьезно. Она не стреляет. Для этого нужен красный кристалл. Я все потратил в него. А что, я ничего не могу сделать теперь или что? Это прочитать я не могу. Возможно, лучше спрятаться в шкаф. Это просто, типа, это они хотели, чтобы это была не просто бродилка, где тебя пытаются пугать, да? Что, как правило, в этих играх не работает. Но в это же время вообще не понимали, как это сделать, чтобы это было хоть сколько-то интересно. В итоге получилось вот это. Заключенные пытались сбежать после вспышки чумы в нашем районе. Нам удалось схватить тех, кто... Неважно. Never mind. О, я могу его... Подожди. Может, его подловить все-таки? Ну тут такая дистанция, как вы... А, так он вообще сломался, он меня не бьет. Ну, дядь, ну уйди, ну пожалуйста. Ну отстань от меня. Ну дай игру пройти просто. Меня здесь нет. Я спрятался. Я спрятался. Все, ББ, давай, до связи. Ну отпусти, ну пожалуйста. Ну дай, ну выйди. Ну просто, просто иди гуляй. Во-во-во, давай, там прикольно, я уверен. Что ты хочешь от меня, я не понимаю. Отвали. Ты уже доказал свою никчемность. Вопросы есть у тебя какие-то ко мне? Это что делает? Чё ты смотришь на меня? Всем, кого это касается, сегодня наш район посетит Верховная Мать. Так. Теперь она собирается в центр пропаганды. Ну как туда попасть? Конфискаты какие-то. Что нахер происходит? Я не могу. Не понимаю, что это. Мне, типа, мне же нужен пароль здесь, да? Там были какие-то цифры. Вот здесь. Ну, типа... Им как-то удалось узнать код, кроме последней части 2 и 6. Возможно, им помогал кто-то снаружи. Им как-то удалось узнать код, кроме последней части 2 и 6. А. Типа, начало 2-6. А сколько там вариантов? Может, я натыкаю просто? Или где-то еще бумажка есть? Ну-ка. Легко взломать электронную дверь, затем откройте вторую с помощью кода стражи. Код 3-4, наверняка это первые два. От чего тогда оставшиеся два? То есть первые два это 3-4, то есть 3-4, да, отстань. 3-4... 3-4-2-6? Давай, бро, до связи. Было приятно познакомиться очень, я пойду дальше, окей? Блять, он со мной идет. Отстань, все, у тебя скрипты здесь заканчиваются, до свидания. Нужно уметь отпускать друг друга. Давайте все так стражники сломаются, мы просто не будем экшн-сцены проходить здесь, окей? Как вам такая идея? Мне нравится.
Ну просто правда, это такая чушь. Ну типа вы видите, как это работает. Я говорю про то, что некоторые технические вопросы, они на релизе будут, наверное, починены. Да, и могут быть проблемы. Но вот это не будет починено, например, стопроцентово. То есть сама по себе концепция всех стелс-механик и рогатки этой, ну оно будет работать все так, как оно работает здесь. Окей, возможно, он не будет ломаться, но знаете, возможно, это к худшему, наоборот. Прокачка. Мы собрали Триш. Что вообще здесь есть? Что вообще мне может помочь? Какие вещи? У меня вот три. Благословение жатвы. На убитых врагах будут появляться эмоции. Я не могу их убивать. Благословение тайн. Увеличение сферу дыма печали. Ускорение перезарядки рогатки при последовательных выстрелах. Можно носить по 3 дополнительные эмоции каждого типа. Продляет действие эффекта желания на врагах. У нас его пока что нет. Давай возьмем вот это, чтобы оно было. Увеличивает сферу. Давай перезаряд, хотя... Она, я не думаю, что она сильно быстрее будет это делать. Типа при последовательных. У меня последовательных редко. Редко такое происходит. Ну окей, половина прокачки есть. Прокачка тоже, вот они ее реализовали для того, чтобы она была. Я уверен, мы закончим с ней очень быстро. За пару глав буквально. Где это вообще актуально. Дэдди? Так, в этих ящиках вообще... В этих ящиках просто другие боеприпасы встречаются. Кто там, я хочу, мне интересно. Твою мать, что это было нахер? Меня напрягает, когда ничего не происходит, но при этом... Какой-то вот звук. В шоке просто. Your time is running out, my child. These vines, they look like they will devour the whole city. And so they will, as long as the High Priest and Gabriel are caught up here together, the plague will ravage the land. Я же говорю, у них связь. Why is Gabriel being held in that church? He is being prepared for the new ritual. The High Priest is almost ready. And this place? Why are you here? Here, you will see what kind of a man the High Priest really is. What will happen to the city under his rule. Мне кажется, мне не нужно это доказывать, это очевидно. Не знаю, почему, но это место кажется знакомым, как будто здесь все началось. Здесь какая-то головоломка. Причем достаточно простая, как будто бы. Так, я сначала, наверное, сейчас синий тогда вот так вот сделаю. Опа. И красный. Фотография нашей семьи, я даже не помню, кто сделал эту фотографию, но это было в день, когда нас приняли в Источник Вечности. Откуда здесь это фото, если даже у меня его нет? Here, people can bring into existence things that were of great importance to them. He wanted the people to reject it all, to love and fear only him. То есть здесь все появляется, потому что я об этом, ну, типа, потому что Дороти об этом думает, потому что она. Она это создает воспоминаниями, мыслями, эмоциями. Ха-ха.
зачем-то у меня есть катушка для пленки. А там есть пленка. Blake. This is the consequence of your fear and lack of faith. Blake is a test of character and devotion to the spring of eternity. The mask grants freedom from fear. The mask grants freedom from emotions. Was there no other way? The High Priest chose the path of absolute obedience. The only path he knew. The masks have created perfect subjects. All opposition has vanished. Дороти в шоке просто. Полном. Подозреваемый является членом так называемой группы «Святость», не признающей пророка законным правителем Вечного Города. По данным нашего расследования, группа, замышляющая свергнуть в нашего бесстрашного лидера пророка, встречается раз в два дня в подвалах и на чердаках по ночам. Необходимо поймать их и показательно карать. Interrogation, reference number DO/1916. Because there's no fear in me. Are you not afraid of the plague? Of disobedience towards the prophet? I'm not afraid of the truth. Truth that your priest is not the real prophet. I've seen the painting of Linda the Elder. Linda? The Elder? Father's painting. Did I bring it here? As I said, your father was a man of deep faith. Deep, but warped. He brought it here. This painting has given people hope. Hope? Hope for what? That a child will save them? Hope for salvation and redemption. Hope that a mother will save her child and then save them. Much is expected of you, and even more will be. Help me understand this, please! You can't ask me to do this alone! Ей нравится секретики рассказывать. Интриговать. But how? Времени Верховная Мать ходит с ней, возможность... А с ней возможность уйти найти Габриэля. Чума! Не идти... Ё-моё, а нам туда. Опять же, чумные, мне кажется, все-таки будут разноситься красно. Наверное, как раз в этом плане прокачка и... И работает с тем, что типа с трупов можно поднимать. Стражи не дали десяткам людей сбежать из захваченных чумой районов, их удерживали за стеной на главной площади, на одной ее стороне в качестве подготовки к празднованию Дня Трансфигурации возвели огромный монумент первосвященника. На другой стороне люди умирали в мучениях, не теряя надежды, что в любой момент ворота откроются и они будут спасены. Они даже не представляли себе, что на самом деле происходит, никто не спасется, из своего окна я вижу крайне тревожное зрелище, слуги устанавливают какую-то машину, и я ни капли не сомневаюсь, что ее предназначение не лечить зараженных, а избавляться от них.
Ну, это вот неудивительная практика в целом. Не знаешь, как лечить, избавься. Так, мне зачем-то снова дают место для прокачки, хотя... Здесь нет предметов. Что вот это такое? И почему я не могу это подбирать? Но мы ничего не находили. По крайней мере, да. Тоже странно, зачем оно стоит здесь, если я даже не мог ничего найти толком. Не очень понятно. Then I need to help you, no matter what I want. Fine, what do I have to do? Я тебя понял, конечно, но есть одна проблемка. Как-то очень много всего. Так. Не открывается. Давай, 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 давай. Нормально. Так, какой у меня план? Я иду к рычагу. А там посмотрим, да? Мины! Так это мины, твою мать. А как они лежат, если... Не успел. Чё за квест вообще? Чё кашляешь ты здесь? Я вообще где? Подожди, что? Это очень интересный геймплей в этой игре, конечно, просто безумно. А, но она просто, она становится типа активированной. Я при этом не могу ее никуда там перетащить, что-нибудь такое сделать. Да, чел, да. Я тебя понял. С первого раза. Так, а если сюда... Можно, по идее... Я не знаю, сработает это или нет. Оно не подключено. Просто мне кажется, если я сейчас его бабахну, то он разорвет эти ящики. Я смогу быстрее вернуться. По-моему, прошел спамин, ничего не произошло, да? Проблема в том, что... А, но они не активированы, реально. Так. А, тут тоже можно залезть, смотря. Можно вниз-то не спускаться. Тогда, наверное, попаду к чумному сейчас. Только более безопасным путем. Или нет? Оно должно упасть или нет? Оно должно упасть. Опа, а вот это предмет, кстати.
Видимо, для этого там ритуал. Выпускной на факультете права и администратирования. Администрирование. Славные деньки. После мы пошли на есть пирожные. Простые времена, простые радости. Вот бы вернуться в те годы. Фотография из университета. Ух ты. Это уважаемо. Ток не упади, а то я это... Предполагаю, что сейчас могло бы произойти. Сюда ты не прыгнешь, но она сможет это сделать потом, когда я уберу эту щупальце одно. Что она сказала? Использование гнева на объектах? На каких? На! Ему плевать. Там ничего нет. Может, я не знаю, по лампе бахнуть. Она просто не работает. Я не понимаю, что вы от меня хотите. Я могу дверь открыть. Толку в этом минимальное количество. Вот серьезно. Сюда она у меня не залезет сразу. Мне надо как-то... Сюда... Ух ты ж, какая ты у меня прыгучая-то оказывается. Там вроде не было ничего полезного. А, ну мне тут и делать нечего, по сути. О, привет. Может ему несколько раз это в лицо зарядить? Блин, нахрен гнев этот нужен, серьезно, просто если он не помогает с противниками разбираться. Вопрос зачем? О, нет. Так мы не делаем. Я не знаю. Там вон вторая деталь. Он пытается, правда, добраться до меня. А я ничего не могу с ним сделать. Но подожди. Типа, это же так работает, как будто бы, да? Да, блядь. Да какая же кривая просто херня. Я еще здесь заспавнюсь, конечно же. Конечно же заспавнюсь здесь. Я... Инди-разработчики, это какой-то мем. Просто вообще. Такую чушь сделали, просто нереальную. Окей, теперь мы знаем, как что сделать. Более-менее. А, я не попал. Угу. Хорошо, хорошо. Я получил ноль сейчас. Ноль предметов. Теперь, не знаю, с этим придурком его можно забайтить на мины, если они на него работают. То есть, грубо говоря, заминировать хотя бы вот это. Она, правда, не минирует. Да, она не минирует, ей плевать. Я не активировал в первый раз. А рычаг, наверное, не работает, пока я не активирую питание там. Тут что? Что-нибудь интересное может быть? А. Так, ну типа да, мне тут дают стелс. Для того, чтобы, наверное, я от него спрятался, по-быстрому там все сделал. Типа взял деталь, поставил питание.
Возможно, забайтил этого придурка. Не знаю, что еще я мог бы сделать. Давайте типа два выстрелим, короче, вот так один. Вот так второй, прям поближе сюда. Стреляй. Надеюсь, один второй не отменяет. Я очень хотел бы знать, где находится этот насос. Потому что я не понимаю, зачем я его выпустил? Зачем-то я его выпустил, ладно, неважно. Пусть ищет меня. Так, насос. Вот насос это где? Вот вопрос. Просто интересно. Потому что эта хрень вообще идет куда-то наверх. Сейчас, что если... Сейчас, вот так сделать. Это я по нему, я хочу по мини бахнуть. Но я ее не вижу. Не работает. Ничего не работает. Они что-то попытались в Immersive Sim, но у них не получилось. Потому что мины не взрываются от импакта, просто потому что там нет кристаллика. Ну-ка. Я так у меня, наверное, не получится. Не туда, бежать. Где, мать твою, насос? Как он выглядит? Ты должен, я не понимаю, что здесь половина предметов. Ну реально. Разработчик игры, прием. Какой в задницу насос? Нельзя просто сказать насос и все. Ну нельзя. Ты будешь это брать или нет? Спасибо. Ну реально просто он сказал насос и все? Это все, что должно мне как-то помочь? Могу вот это взорвать? И то не могу, у меня нет электрического. Ну вы типа просто идиоты или притворяетесь? Что я должен сделать-то, твою мать? Там ящик вон есть. Там, я не знаю, может та дверь работает теперь, я хрен его знаю. Там вон есть какой-то, я не знаю. Сейчас посмотрим. Возможно, реально оно открывается. Я могу как-то пройти теперь обратно, чтобы меня этот дебил не убил? На пустом месте. Такое ощущение, что нет. Наверное, реально, но в той комнате. Ну, я не знаю. Ща. Вот эту, кстати, я активировал. Но я не могу с ней ничего сделать теперь, потому что шока у меня нет. Я мог бы от него избавиться, кстати, как вариант. А он, все, он теперь думает, что я это... Я не знаю, как туда пройти теперь. Просто не представляю. Мне надо его забайтить. Не, я могу, конечно, дымом опять это сделать. Но он пойдет ко мне, а я буду оббегать. Хрен его пойми. Ну, давай я здесь. Сейчас кусанет, умру. Ай, теперь ты ему дозвонишься, здесь стоишь, я не могу туда пройти. Господи, твою мать. Но он мне тычку успеет дать. Игра кал, просто кал. Просто дерьмище. Просто геймплей испортил весь проект. Поздравляю, Хук, вы молодцы. Ну, не Хук, кто-то другой разрабатывает. Просто вы решили, что вы умеете делать геймплей. Вы его не умеете делать. Увы, такое бывает. Когда вы ноунеймы. Возможно, не стоит переоценивать себя. Есть такое предположение. Хотя кого это волнует, да?
А, дверь-то открывается просто. Просто надо кнопку нажать 10 раз. Понял? Так, у меня, короче, есть стратегия. Сейчас мы что-нибудь придумаем. Я знаю, как это сделать более-менее, я не знаю, рационально, что ли. Хотя рационально это не то слово. Неприменимо немного к этой игре. Короче, мы идем сюда, мы делаем вот так, мы берем красненькую. Мы идем вниз, мы этого дуралея не выпускаем вообще никогда отсюда. У меня есть 2 шока, один я туда сейчас помещу. Я делаю себе полный инвиз в этой комнате, как я сделал в первый раз. Она не стреляет подряд по причине. Мы берем предмет, мы берем штуку, мы засовываем это, мы идем прятаться. Мы делаем вот так, чтобы этого дебила не существовало в реальности. Дальше. Можно попробовать запаркурить, это сэкономит немного времени. Спидран-стратегии начались, поняли, да? Дальше. У меня много красненьких, в целом они мне только и нужны. Мы идем. Я взял предмет? Я не взял предмет, надо взять предмет. У стены должен быть большой рычаг. Вот этот рычаг, да? Надо его дернуть разок. Это мы сделали. Теперь главное не откиснуть. Постоим, чтобы она подышала. Потом мы бежим туда. И там что-то делаем с насосом. Вот. Моя идея гениальная. Каким-то образом вот сюда не попадает, да? Типа... отрава. Непонятно, правда, почему. Прошла неделя с тех пор, как в этой местности выросло огромное чумное образование. Мы сделали все, что в наших силах, чтобы не пустить его в район священнослужителей и ограничить утечки ядовитого газа. Нам удалось удачно использовать систему вентиляции и канализацию. Первая высасывает из области большую часть газа, вторая постепенно осушает опухоль, не давая ей распространяться. В теории она должна высохнуть и погибнуть, но неизбежны и некоторые сопутствующие потери, поскольку мы подсоединились к трубопроводу, используемому местными жителями. Действительно. Что могло пойти не так? Тоже. Тут как будто где-то этот предмет воспоминания, нет? По звуку. Так, ну я сделал. Это мы активируем. Сюда мы все поставим. Мужик выживет, да, получается, из-за того, что рычаг я дернул. Я сделал все, как он сказал. Спасибо тебе, женщина. А с этим что делать? Это никак не убрать нельзя? Господи, это закончилось, неужели? Я, Доротей Линд, по собственной воле вступаю в организацию, известную как Источник Вечности. Торжественно клянусь следовать уставу организации и соблюдать тайну в соответствии с установленными правилами. Я осознаю, что за нарушение данного договора мне грозит уголовная ответственность согласно договору Красной Ленты, подписывающей стороны. Вот это, конечно, мать ошиблась. Вообще выглядит здесь все так, как будто выбора-то они особо и не дают, да?